Всем привет! Вы на канале Хорошие Игрушки. И под прошлым видео с распаковкой, новинкой мальчиков Лол мы набрали 100 лайков. И как я обещала, я продолжаю открывать этих крутых мальчиков. И если вы заметили, я точно так же одела наушники, как и мой любимый братик пчелки. Ну что ж, давайте приступим к распаковке. Сегодня я хочу открыть 2 шарика. 2. Так. Первый вот этот вот будет. Так. А второй вот этот. Давайте же их будем открывать. А давайте, я подумала, один мама будет открывать, а другой я. Держи, мам. Ура! Что ж, открываем. И мы открываем тоже с вами. Ну что ж, открываем. Да. И у нас какая наклеечка. Вау! Итак, у нас подсказочка с вами. Глазик плюс нож. И написано... Разрез глаза. Looking sharp. Разрез глаза. Ой. Интересненько, да. Что-то с глазами связано будет у нашего мальчика. Так, у тебя? У меня вот такая вот подсказочка. Заболевший мальчик и мальчик, который танцует. Psych moves. И это означает больные движения. Интересно, смотрите, этому мальчику даже больно ходить. Что же это такое за мальчик? Следующие слои открываем. Да. Так, вот такой слой. Открываем по змеечке с мячиком баскетбольным. Очень легко открылось. Да. И ловим смайлики. Да, смайлики как обычно. Снимаем слой. И следующий слой у нас вот такой. Черный, с мальчиком с очень модным, который мы в прошлом видео уже знаем, что говорит. Поужинаем, чувак, или привет, чувак. Так, и дальше мы открываем третий слой. Да. Так, Клео, ты открываешь? Да. Открываем. Легко. Очень легкий. Слои снимаются. Я и следующий хочу. Вот такой у нас слой с таким мальчиком. А я хочу открыть пакетик. И шарик у нас черный, мы уже видим. А у тебя какой? У меня... Так. У меня золотой! У тебя опять золотой шарик? Ну-ка, да, я не верю. Да. Посмотрите, опять золотой шар. Не может быть. Это что вообще? Еще одна пчелка? Нет, у пчелки была пчелка подсказка. Да. Вот это ты даешь. Так, что, пакетики будем открывать? Давай, открывай золотого. Неужели вот этот с коробочки? И правда, он! Вот такая, покажи, такая бутылка, как на коробке. Да. Открываем теперь мы пакетик. Ну, у нас не золотой. Но все равно интересно, кто там у нас. И это такая у нас голубенькая бутылочка с молоком. Да. Очень интересно. Так, и открываем следующие слои. Да. С братиком Коконат. Да. Который говорит «Алоха, братан». Так, снимаем. И еще один пакетик. Давай, ты сначала. Да, то, что у меня интересно. Да, у тебя вообще тебе везет. Ботиночки очень красивенькие. Беленькие, с розовым, такие кедики или кроссовки, да. Очень моднюческие. Поставим тоже на наш подиум. И открываем теперь мой пакетик. Что же здесь у нас? У тебя-то примерно мы уже понимаем, кто, а у меня еще не очень. Так, вот такие черные туфельки на белой платформе. Что ж, последний слой? Да. Ну, давайте. Открываем. Последний слой у нас вот такой, с мальчиком-учителем, который хочет учиться. И у меня не очень. Ну, я вот так открою. Так, и что, и одежда, да, достаем? Да. Так. Так.
Открываем. Какая у него модная одежда, смотрите. Супер. Конечно, у него и сестричка моднявая очень. Да. Вот такие, смотрите, такая цветная майка, просто очень модненькая. И комбинзончик белый джинсовый, спущены лямочки вниз, опущены. И вот так сзади. Очень красивый нарядик. Да, интересно. И открываем мою одежду. Вот какая одежда. Такие штанишки я в клеточку. Кто тебе попался? Ремень кожаный, белая рубашка, галстук и пиджачок. По-моему, это связано со школой, да? Да. Наверное. Открываем сам шарик. Так. Здесь лежат два пакетика. Давайте один откроем. Здесь, смотрите, какие прикольные очки синенькие или голубенькие. Вот такие очки бирюзовые. Наденем наклею. Ну что ж, откроем самого мальчика. Это мы уже поняли, кто. У него что, бархатные волосы? Почему он так вот лежит в таком вот пластиковом каком-то контейнере? Да, у него какие-то такие бархатные. А пока Клео одевает, мы с вами откроем дальше шарик. Итак, открываем. Что у нас тут попадается? Вкладыш, инструкция, ручка и тоже два пакетика. Так, открываем сначала аксессуарчик. Все два пакетика. Вау, тоже очки. Ну-ка, Клео, пример, тебе какие лучше пойдут, черные или те? Тоже очки, смотрите, сегодня два у нас в очках. И открываем самого мальчика. Вот такая интересная прическа. Сверху волосы длинные, а здесь подстриженные. Так, ну что ж, смотрите, какой красавец у нас из золотого шарика. Да. Очень красивый мальчик, модный. У него такая мягкая прическа. Интересно, очень сделана прическа. Вот такая. Вот такой красивый. Представляете, теперь у нас два мальчика из золотых шаров. Да. И вот второй такой мальчик попался сегодня нам. Такой ученик, симпатичный. Вот такой вот мальчик. Сейчас посмотрим, как же их точно зовут. Угу. Вот этот мальчик из Spirit Club. И зовут его Smarty Pants. Братик девочки из первой серии. Учительница она, по-моему, да? Да. Вот, он у нас плачет. И попался вот этот мальчик, Boy Next Door, братик девочки из большого, огромного дома Лол. Он был у нас в золотом шаре, он ультра редкий. Потому представляете? Что у вас бархатные волосы. И он у нас делает пипи. Не знаю как, мы забрали последнюю коробку, да, с тобой? В ней было 4 шарика, плюс там у них еще один был. Мы 5 взяли, вот у нас коробки, сейчас один шарик остался. И из них было 2 золотых шара, один редкий, один ультра редкий. Это вообще... Да, удивительно, это просто удивительно. Ну, ребята, у нас остался еще один шарик вот здесь в коробочке. И что мы с ним будем, Клео, делать? Доставай его. Вот этот последний шарик Лол, который у нас остался не распакованным, мы его разыграем через 2 недели на нашем канале. Не забудьте подписаться и поставить лайк под этим видео. Условия конкурса смотрите на канале наших друзей Каролина номер 1. Кто-то из вас сможет выиграть вот такой наикрутейший шарик Лол Surprise Boys. Супер новинку Лол. Ну а кому понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и всем пока-пока!